целью предупреждения пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, с 13 по 28 ноября столичная МЧС проводит республиканскую акцию «Не прожигай свою жизнь». В рамках акции, которая уже прошла в общественном транспорте города, на промышленных предприятиях и организациях, а сейчас проходит в вузах и СУЗах столицы, спасатели еще раз обращают внимание граждан на необходимость соблюдения безопасности в своем жилье. Закончится акция 28 ноября большим мероприятием в торговом центре столицы. Здесь уже все желающие смогут принять участие в конкурсах, викторинах, развлекательной программе, посмотреть праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады, ну и, конечно, много всего нового и полезного узнать для себя. Буквально через несколько мгновений стартует наша СМС-игра, СМС-викторина. Потрясающие подарки от редакции журналов «Юный спасатель» и службы спасения Минского городского управления МЧС. Что мы будем разыгрывать, узнаете буквально через несколько мгновений. Ну, а пока, друзья, хорошая музыка, «Ночные снайперы», «Актриса». Ох, как это, мне кажется, знаком абсолютно всем девушкам. Я буду ждать тебя. Я тоже прямо сейчас буду ждать, правда, на этот раз своего победителя. Друзья, прямо сейчас у нас СМС, интерактив, и победитель получит подарки от редакции журнала «Юный спасатель» и службы спасения Минского городского управления МЧС. На счет подарков. А это автономный пожарный извещатель и огнетушитель. Вещи, которые необходимы для того, чтобы всегда, на всякий случай, можно было подстраховаться. Итак, вопрос, который сегодня волнует меня больше всего. Как вы думаете, широко ведется борьба с курением в Болгарии? Так вот, какие профессии там объявлены профессиями некурящими? Я предлагаю вам три варианта. Это учителя и медики, пожарные и милиционеры, это егеря и подводники. Какие же профессии в Болгарии объявлены некурящими? Учителя и медики, пожарные. Первый вариант – учителя и медики. Второй вариант – пожарные и милиционеры. Третий вариант – егеря и подводники. Прямо сейчас жду от вас правильные варианты на наш короткий номер 104.6. Ну и, конечно, человеку, кто ответит быстрее остальных, достанется тот самый потрясающий подарок – автономный пожарный извещатель и огнетушитель. В общем, друзья, по-моему, правила ясны, все четко, все понятно. Остается что? Только наслаждаться хорошей музыкой вместе с Радио Бей. World Golden Hit. Мировое золото. Вот именно под эту тонкую барабанную дробь я, пожалуй, и оглашу результаты нашего СМС-интерактива. Спросила у вас, что, оказывается, в Болгарии-то очень широко ведется борьба с курением. Так вот, какие профессии там объявлены профессиями некурящими? А это, хорошие мои, учителя и медики. Вот бурные аплодисменты нашему абоненту. Единственному, кто правильно ответил на мой вопрос, абоненту, последней цифры номера которого 2203, почему-то все писали, что егеря и подводники. Ну, понятное дело, на подводной лодке сильно не закуришь, а в лесу тем более, потому что пожароопасная ситуация сразу возникнет. Однако у них там в Болгарии не курящие, это учителя и медики. Ну, нельзя им. Учителя подают правильный пример, ну, а медики должны тоже как-то ребятам, всем остальным людям, своим пациентам показывать, что можно, а чего делать нельзя. Так вот, наш победитель сегодня получает подарки от редакции журналов «Юный спасатель» и службы спасения Минского городского управления МЧС. Это автономный пожарный извещатель и, ба-ба-бам, огнетушитель. Друзья, сейчас проходит одна очень большая акция республиканская «Не прожигай свою жизнь». Она закончится 28 ноября большим мероприятием в торговом центре столицы, где уже все желающие смогут принять участие в конкурсах, викторинах, развлекательной программе, посмотреть праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады. Так что встречаемся там, бережем себя, своих близких и не балуемся с огнем и со спичками. Нас же еще в детстве родители учили, а родители плохого не посоветуют. Радио Бей. 104.6 FM в Минске. Угадай мои желания по намекам. Убегай, ведь я могу.